На аллее звезд в сквере у здания администрации специалисты Ремстроя зажигают звезды. После чистки знаки особого уважения и признательности, заложенные в честь знаменитых артистов театра и кино, сверкают особенно ярко. Как гостеприимные хозяева, мы хотим, чтобы наше уважение к талантливым актерам было заметно. В этом году организаторы фестиваля «Киношок» планируют продолжить традицию закладки звездной аллеи. Анапчане убирают, чистят и моют тротуарную плитку. К дню рождения город всегда готовят особенно тщательно, чтобы самим было приятно и чтобы приятно удивить гостей. Завершают предпраздничную подготовку сотрудники предприятия «Зеленстрой», облагораживают клумбы с цветами, поливают газоны, подсаживают новые цветущие и декоративные растения. На театральной площади у Центра культуры «Родина» устанавливают сцену для проведения главного праздника города-курорта.